Приветствую вас, друзья! Сегодня в своем видео я вам покажу, как снять вот этот компаунд, так называемый, который удерживает микросхему, скажем так, ее позиционирует ровно на плате. Эти две микросхемы, соответственно, я буду менять, поэтому вот некоторую вот, здесь я снял уже компаунд. А здесь я оставил, чтобы показать вам, как это делается. Ну, делается это очень просто. Я беру паяльную станцию, ну, фен, и быстренько прогрею этот участок, буквально там несколько секунд. Сейчас компаунд имеет, скажем так, засохшее свойство, то есть он, вот если можно видеть, протыкается, но каким-либо способом отодрать очень непросто. Видите, да? Я пытаюсь. Вот, смотрите, как только я начинаю воздействовать температурой, буквально здесь градусов 100, он начинает легко поддаваться. Абсолютно легко. То есть я просто поддеваю. Я его поддеваю, он легко отходит. И то же самое с этой стороны. Снимать чипы я буду инфракрасной паяльной станции. Но компаунд снимаю, как видите, воздухом. Очень легко. Как по маслу. Термопасту я с чипом не счищал, потому что сейчас именно видео снимаю, как снять компаунд. Соответственно, чтобы заменить эту самую микросхему, я ее почищу от термопасты, вот, помещу под инфракрасную паяльную станцию, ну и сниму ее, то есть сделаю демонтаж с материнской платы. Все, спасибо за просмотр. Кому было интересно, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего.